Всем привет, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть за Гессен Европу 4. В конце прошлой серии у нас закончилась война против Бранденбурга, Богемии. Ой, не Богемии, а Бранденбурга, Польши и Ганзы. Мы предательски бросили нашего друга из Саксонии. Так, секунду. Продолжаем игру. Закрыл окно, а то сосед своим драндулетом тут шумит под окнами. Текст. Продолжаем. Что у нас? У нас сейчас идет налаживание отношений с французами. Да, кстати, можно взять. Угу, восстановить резервы. Это сколько нужно? 90%. Не-не-не. Это где-то 10 тысяч нужно собрать. Это слишком долго будем это делать. Император тем более. Стереть с карты державу Восточная Фризия. Ну вот это вполне такое решимое задание, тем более я сам бы хотел это сделать. Ну, давайте возьмем, пока пусть себе будет. Какая разница. Мы работаем над улучшением отношений с французами. Вот скоро можно будет взять династический брак. И давайте что? Союз. Вот, с Триром. Давайте его сейчас разорвем. Он нам будет не нужен. Все, они там, конечно, обиделись на нас. Минус 50, но ничего не поделаешь. Дальше. Саксония. Саксония, Саксония, Саксония. Ну, давайте, наверное, что заключим династический брак. Или не заключать. 140, это в принципе нормально, но просто неизвестно, что еще потребует Бранденбург от Саксонии. Может, они могут сами расторгнуть позже, после войны, на союз с нами, что будет плохо. Мне бы хотелось сохранить его, но непонятное дело, проиграют эту войну. Давайте заключим минус 2, тем более только. Это точно не помешает. Недостический брак. Так, закончили осаду. Умер, кстати, наш командир. Наследнику 14 лет, так что я думаю, можно сделать генералом нашего правителя. Не жалко, если он умрет. Даже будет лучше. Наследник получше будет. И давайте что? Отношения улучшать. Куда же отправить улучшать? Давайте в Мюнстер. Мы его все равно будем аннексировать. Через года два. Меньше даже, наверное. И вот, чтобы нам немножко улучшить отношения, чтобы сразу можно было провести аннексацию. Мы, кстати, и Бремен сможем взять даже за вассала. У него нету союзника, слушайте. Может, сразу это сделать? Правда, у меня и войск нету. Но вместе с Мюнстером мы это сможем сделать. Наверное. Ну, давайте подождем пока что. Тут давайте вернем назад. Тут сфабрикуем Бремен. Жаль, на него не дал ее задание. Да, кстати, по идеям я тут ступил немножко. Я не могу сейчас взять второй веткой очередную дипломатическую идею. Дипломатическую группу идей. Потому что, вот как видите, написано, дипломатические идеи пока недоступны. Вы уже набрали максимальное число идей из данной категории, 50%. Добавьте идеи из другой категории. То есть нам нужно либо админку, либо военку брать. Ну, военку это вообще без вариантов. Мы отстаем по технологиям очень сильно. Тут уже шестой, вон сколько времени. Шестые технологии. Скоро будут... О, Мюнстер уже седьмой, пожалуйста. А мы всего-то пятый. Нам нужно
максимально быстро брать. И тут, кстати, можно сменить фокус национальный. Ну, дипломатия нам сейчас не сильно так уже и нужна. Так что я думаю, можно будет вот тут снять просто-напросто. И пусть будет везде равномерно. Вот так, 6, 7, 4 нормально. Я думаю, еще бы герцог наш умер. Было бы вообще замечательно, тогда бы тут было 6. Было бы 6, 7, 6. Это вообще бы было очень хорошо. Ну и кого-то из них, наверное, что придется уволить. Скорее всего, что военку. Потому что нам нужны деньги. Не знаю, пока посмотрим. Поживем, увидим, как говорится. Пока что... Да, идею, следующую идею, что мы будем брать из административных, но я рассматривал либо экономика, либо гуманистические. Больше склоняюсь, конечно, с гуманистических. Во-первых, оно даст стабильность в наше государство, не будет восстаний вот таких очень сильных. Во-вторых, тут есть хороший модификатор на религиозное единство, когда начнутся войны. Вот, война лик, или как там называется, 30-летняя война, да. Мы, например, поменяем религию, у нас будет много католических проб, и вот эти 25, ну и, понятное дело, единство веры снизится, там пойдут штрафы, будет стабильность, например, дороже, два раза там чуть ли не. И вот нам пригодится стабильность государства. Ну не это, не показатель стабильности, а общая стабильность, чтобы не было восстаний. Да, кстати, зацените, сейчас скоро, наверное, через месяц можно будет апнуть все три технологии. Так, что я говорил? Ага, идеи. Ну и мы брали за Индостана, ну, очень хорошая группа идей. И у нас беспорядки, минус 2, вот, и веротерпимость будет тоже... Еретикам тут, наверное, если мы возьмем реформаторство, католики будут нам еретиками, и сепаратизм тоже меньше будет вот этих, ну, будут проходить, так сказать, одно восстание будет только, но потом уже не будет, потому что не будет сепаратизма. Культуры, ну, это не так, тут, в Германии тут все культуры нормально признаются. Прирост отношений тоже хорошая штука, правда, не знаю, что такое, но хорошая, короче говоря. Она есть... Нет, не тут она есть. Где-то я ее видел. В общем, неважно. Где-то она есть. Веротерпимость и к язычникам будет. И стоимость идеи минус 10%. Плюс здесь у нас тоже стоимость идеи минус 10%. То есть будет минус 20%. То есть одна идея будет стоить не 400 очков, а будет стоить... 320, да? Да, вроде бы. Да, 320 очков одна идея будет стоить дальше до конца игры. То есть это супер, я считаю. Так что, наверное, что гуманистическое. Ну, экономика, потому что он рассматривал, потому что у нас проблемы с деньгами. Как вы видите, очень большие проблемы. Мы не можем никак выйти в плюс, разве что армию сокращать. Тут и налоги, и стоимость зданий дешевле будет строить, и... Правда, здания редко строишь. Инфляция будет падать сама по себе. Проценты займов от, что очень хорошая централизация. Автономия будет быстрее падать, и армия будет дешевле, и производство тебе, и цена повышения развития. То есть, если вы играете через вот, повышение вот этих показателей, то... Ну, очень хорошая ветка. Но мы пока возьмем, наверное, вот ради этой скидки. Скорее всего, ну и стабильность государства, и скидка. Ладно, что-то я много говорю. Раскричался тут. Ольденбургские сепаратисты сейчас наша ближайшая головная боль. Ну и, конечно же, Франция. О! Сейчас можно... О, то, что нужно. Давай из Франции ты пока что вернешься. До конца месяца мы тебе еще успеем отправить.
Или не успеем? Нет, не успеем, потому что нужно пропустить некоторое время. 9 августа, да, месяцок мы. Франкфурт просит прохода войск. Ты с кем-то воюешь? С Клевой Аханом и Фрисланией. Да, пожалуйста, проходи с Левой Менпауэр. Я только рад этому событию. Так, дипломат ждет на Францию. Минус 20 сейчас идет. Ну, плюс мы можем улучшить отношения еще на 50. И плюс к тому, в 81 году у нас депрепутация будет повышена. Так, тут берем сразу же. Казармы нужно построить. Тут пока не берем. Мы подождем, чтобы была скидка. Даже я дождусь, пока будет 1000 очков, 999, чтобы подешевле взять эту технологию и больше, чтобы у нас было очков на идею. Да, так и сделаем. Тут я думаю, технологии подождут. Желание свободы есть, но ничего. Давайте лучше повысим нашу депрепутацию. Да. Ну и к тому же позже будут тоже идеи. Вот, кстати, тут не будут идеи уже по... Вот, начиная с этой. Не будет 400, а будет 360 уже. Потому что мы возьмем вот тут национальную идею. Отношения пока подождут, я думаю. Все-таки нужно будет апнуть технологию. Потому что по технологиям отстали очень сильно. Вот. Я 5 месяцев пропустил с французиками. Технология пока ждет. Пока что... казармы. Казармы. Постройка казармы. Плюс 500. Ну тут не будет 500. Он тут идет у нас 33, то есть треть от 500 будет сколько? Так, не то. Может, в Ольденбурге понизить? Все равно будет восстание. Тут не буду. Не буду. Мастерская тоже дает. Но это монеты, ребята, это фигня полная. Торговля тоже. Ну, в принципе, ну так нормально, но... Нет. Я деньги лучше вкладу в казармы. 500. То есть третий не будет. То есть не будет где-то... 180-170 минус. Ну, тут построю. Тут нулевая. Тут точно будет 375. Плохо, что показано только такое число, которое не учитывает автономию. Давайте, наверное, что тут. Просто у меня везде автономия. Тут вообще космос. Тут тоже. Ну вот тут 500, наверное, будем. Без они, конечно, лучше было вместо храма. Но уже построил, слил туда деньги. Ну ладно, ступил. Бывает. Давайте тут построим. Автономию пока тут нельзя снижать. Еще очень долго, еще 20 лет. И что там? Воюет. Ладно, пусть воюет. Ну тут с рекрутами вообще беда.
Ну, потихоньку. Сколько они сейчас? 111 у нас. В месяц, это в год получается 1200, ну, в общем, фигня, полная фигня. Нужно 5000. Так, заключили мир. Да. Саксония разорвет договоры со мной. Так, мне нужно... Так, стоп. Почему тут 109? А, еще они не улучшились. В общем, нужно заключить союз. Отношения, опа, сразу упали. Жаждет ваших провинций, ну, конечно, без этого никак. Без этой хрени. Так, я думаю, пятую скорость можно ставить уже. Сейчас будет деп... Да. Хорошо, что нас не раскрыли. А-а-а, это на время перемирия мы не можем заключить альянс. Ага. Ну ладно. Окей. И с Майнцем нельзя повоевать, потому что тут стоит перемирие. Воевали. Вместе. Ну тут еще 5 лет всего. Так, а что я жду? Австрия помогать не будет. А, это нам не будет, понятно. Я уж перепутал, что она хотела помочь Бремену. Ну, хорошо, я это все сделаю, конечно. Но пойдет тут агрессивка. Против меня кто из коалиции? Так. Коалиция против меня. Что, нету никого? Это как? Действительно никого в коалиции против нас нету. Люнебург нас любит. Внезапно. Майнц тоже нейтрал. Тут мы разорвали, тут нас не касается. Мы улучшили отношения. Ну да, против нас нет коалиции, слушайте. Так можно брать нормально, смело. Хотя тут агрессивка 24. Если я наберу где-то 35, тогда вот будет тогда будет коалиция по-любому. Ну, тут Ганза может просто-напросто быстрее успеть. Да, у Ганза нету перемирия, так что она может сюда влезть быстрее нас. А тут сколько еще? Восемьдесят третий год. Так, тут 3 года, но тут еще подождем, не будем воевать. Щиток есть, пусть себе, у нас там задание просто выбрано вроде бы. Да, восточную Фризию стереть из карты, но пока подождем. Ай, Бремен. Бременские вы музыканты наши. И опять не будет рекрутов. Казна у нас падает. Но этого чудика пока нельзя выгонять. Угодья. Тут вроде бы не будет штрафа. А река у него тут нету вообще. А у меня и так нулевой. Так что... Да, река будет. Но если атаковать... А, тут со всеми провами идет река. Как обычно это бывает. Ну, можно пойти сюда, взять подкрепление, потом пойти сюда. Ну, давайте так и сделаем. Была не была. Посмотрим, если будет очень большая агрессивка. Так, этот чудик не хочет с нами идти. Офигеть. Вот не воевал вообще. Не воевала эта страна. Ему 34. Супер. Тут воюешь, тебе фигню целую дают. Какого-то
1-2. Да, пусть себе идет, осаждает нас. Пусть теряет немножко войск. И мы успеваем до конца месяца. Единственное, что не знаю, хватит ли нам войск для осады. По идее, 9000 должно хватить. Но если что, придется наемников брать. Так, главное, чтобы он не заключил сейчас союза, а то искусственный интеллект любит это делать во время войны. Такой бац, а мы у нас союзник. Так, ну тут неплохо так. Походу будет... Кто тут? Голландия, да. Походу она восстановится. Ну что ж, победили, хорошо. Нужно добивать. Чемпион рыцарского турнира. В недавнем рыцарском турнире простолюдин удивил всех. Победил всех противников и завел звание чемпиона турнира. Нам надо решить, что с ним делать. Легитимность. Генерал при 100% традициях. Хо-хо-хо. Но легитимность 25. Это будет у нас где-то 60 легитимности. Либо повысить ее. Ну, конечно, имбовый генерал хочется. Но он может умереть через 5 лет. И толку. Ладно, давайте лучше повысим нашу легитимность до 100. Да? Не будем тратиться на всякое. Конечно, если бы было 100 легитимности, я бы взял. 75 тогда бы стало, тогда это возможно. Это, ну, логично, можно сказать. Да, 9000. У меня нету 9000. Наемники. Что ж. Может, Мюнстер наймет? Мюнстер, давай, найми, пожалуйста. Франция. Так, минус... О, слушайте, это тут минус один уже. Нужно только завоевать страну. Флота у нас нету. 2000 где-то еще взять нужно. Сейчас есть 7700. Нужно 1300. Так, Мюнстер, у тебя еще 30 человек всего-то придет. Но походу придется наемников брать. Потому что так будем сидеть очень долго в этой осаде. Еще и эльденбургские сепаратисты сейчас восстанут. Ух. Сейчас будет весело. Так, пока что ждем. Главное... Не просрать момент, чтобы опять не тратить эти очки понапрасну. 7000, 7800. И пополняю. Нужно, ребята, брать наемников. Сейчас, конечно, улечу в минус. Тут без этого никак. Давайте лучников. 13 монет. А может, я не улечу. Но придется уволить одного точно. Советника. Дипрепутация нужна. Тут даже гадалки не ходи. Стоп. Ага. Нет, это не с Восточной Фризией. Мне что-то показалось, что у вас с Фризией истекли сроки перемирия. Но нет... Минус одна монета пошла, да. Военного чувака, походу, придется уволить. Но военный чувак нам бы пригодился тоже. Он дает дисциплины в сражении против сепаратистов. Но если что, если будет все очень плохо, повысим автономию. По-другому никак. Так, пошла осада. Хорошо. Так, скоро можно будет уволить одного. Еще 300 человек нужно. 118.
Это при том, что у меня уже построились казармы. Офигеть, мы получили аж 8 человек прироста. Класс. Просто супер. Литва, ого. Литва себе дает. А у князей, я так понимаю, немецких невозможно иметь императора. Я тут просто не вижу ни одного. Итальянские вижу. Всякие там Тосканы, Луки и так дальше. Хотя нет, вот Утрехт имеет. Но он голландский. Он не немец. Фландрия тоже голландец. Немца не вижу ни одного. Ну, кроме Австрии. Швейцария. Ну, тут тоже не немец. Немца ни одного. Модификатор теряет силу. Да. Мюнстер мы будем присоединять. Но сначала нужно будет засоюзить Францию. Значит, отсюда еще плюс... ладно, можно вернуть. Куда-то отправить. Давай, есть. Куда мы тебя отправим? Ганза нет. Саксония. Не знаю. Фальц тоже неплохой вариант для союзника. Он сильный. Он в союзе с Австрией. Вот, Зальцбург, Кульм. То есть эти страны, они внизу, за ним. То есть он не мешает нам, не будет мешать продвижение, если что. Давайте пока будем улучшать отношения. Так, сейчас 7. Должно хватить. Выгрузить. Разделить. Не хватает. А почему? Все правильно. Тут у нас 9800. Нужно больше. Нужно 10 тысяч. Тут должно быть 8 и плюс немножко. Но походу минус еще не улетим. Правда, уже минус 2 пошло. Ничего страшного. Так, 7-7-7-7-8-3. Скидка. О, есть скидка. Ну, больше скидки тут вряд ли будет. Так что берем. Дворянская республика. Угу. Ну, пока не буду брать. Пока подождет. Саксония союз с Триром заключила. Саксония может влиться в эту войну. А Трир с кем воюет? С Клеве и с Ахеном. Клеве. О, мы тоже с ним хотели воевать. Хотя у него есть... Так, еще немножко. Ну, ё-моё, давай. Еще и умирают наши. 7300, супер. Мы еще потеряем. Мы больше теряем, короче, чем получаем. Так что придется зайти в минуса. Есть, не придется. Так, ты сюда. Восемьдесят. Ну ладно. Плюс, хорошо. И давай отсюда вернем. Ганза только, да? Ну и с другими державами. Ну только Ганза может присоединиться, как написано.
Ну, теперь не показывается, с каким государством сколько минуса пошло. Только те, которые могут вступить в коалицию. Ну, Ганза по-любому вступит. Тут ее щиток, насколько я знаю, есть. Деньги. 163. А сколько инфляции на единичку? У нас она вообще есть? Инфляции у нас нету. Значит, ну, это можно сделать. В принципе, единичка немного, 160 монет. Но нам деньги нужны ведь, да? Да. Хорошо. Так, тут 4000 несчастных. Майнц не может быть соперником. Тоже. Нужно кого-то покруче соперника. Нужна Франция. Военный союз. Хорошо, соперник. Ну, Ганза, скорее всего. Да. Тут больше никого такого слабого нету. Ну и, наверное, Бранденбург. Да никто соперник. Швеция. Ну, можно Швецию взять, чтобы с датчанами подружиться. Нужно подумать. Так, у тебя тоже... Бляха-муха, Саксония. Что ж ты так нас не любишь? Ай-яй-яй. Сепаратный мир очень много дает. Ну и жажда наших провинций. У нас еще один эстетический брак. Саксония. Союзников у тебя дофига. Аж 4. Да скорее всего, что Бранденбург будет нашим соперником. Ну, Швеция далеко. Мы с ней точно воевать не будем. Бургундия сильная очень. Не хочу с ней ссориться, так сказать. Бранденбург мы и так уже в напряженных отношениях, так что делаем вот так, да? Ну, можно взять сразу гуманистическую идею, ветку. Один брак с Бременом, да? Соглашаемся. И... Стоп. 4 из 4. Мюнстер Бремен, да? А, у нас не было, что ли, династического брака? А может, он сам разорвал? Скорее всего, что он Вроде бы был брак. Вроде бы я заключал. А может, и не заключал, не помню. Ага, значит, у нас слоты есть. Но все равно нужен слот еще одного союзника. Скорее всего, что Фальца этим будет союзником. Скорее всего, что так. Ну, либо Дания, но Дания далеко. Померания она будет воевать с Польшей, с Тевтонами. Короче, мне этого не нужно. А вот Фальц, он такой тихо сидит, тихий, спокойный. Пока что спокойный. Так что начинаем аннексацию. Наверное, да? Ну да, чего ждать. Войско будет от Бремена помогать. Плюс тут еще будут немножко войск. Хорошо, ребята, на этом будем завершать эту серию. Спасибо за внимание, с вами был Назар. Всем пока-пока.